Хеллоу, друзья, с вами SteelPro, и сегодня покажу вам патч на новое меню для Майнкрафта по Activision. Да, после установки данного патча или мода, в вашем Майнкрафте появляется совершенно новый интерфейс, который вам подойдет, надеюсь, по душе. Что ж, во-первых, добавляется новая кнопка достижений, но, к сожалению, она работать не будет, так как в официальном Майнкрафте достижений нет. Также здесь можно добавить друзей, но в нашем Майнкрафте, опять же, эта функция недоступна. Что ж, давайте отправимся в обычный мир, и вам покажу, что там ничего изменилось, но по идее этот мод целиком изменяет только интерфейс. Ну что же изменять, спросите вы, а он изменяет также инвентарь в креативе. Вот так у нас теперь выглядит этот инвентарь, довольно прикольный, детализированно сделан патч. Вот, ну и разработчики увидели, что этот мод сделали как бы некоторые люди, и они очень удивились и захотели добавить эту функцию. Не знаю, когда она будет добавлена, либо она будет добавлена в новой версии Minecraft 0.15.0, либо 0.14.0. Как видите, также был изменен крафт, и добавлена, можно сказать, просто новая система крафта, без всяких багов или там лагов. Также новый вид у сундуков. Ну что же еще можно увидеть? Ну, просто о моде больше нечего сказать. То есть мод шикарный. Просто шикарный. Вот так у нас опять же выглядит интерфейс игрока. Маленький крафт приступен, доступен у него. Вот. Также вы можете здесь брать любые вещи. Оружие, как видите, я взял сейчас золотой меч. И, ну, просто могу спокойно его использовать. То есть просто мод суперски сделан. Я не знаю, что еще реально про него сказать. Ну, просто скачивайте и оценивайте его опять же сами. Вот. Ну, также здесь имеются маленькие баги, но в скором времени, надеюсь, это все исправят. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.